Мы побыли дома, поотдохнули чуть-чуть, полежали. Сейчас будем выдвигаться на наш, можно сказать, крайний ужин. Вот. И заодно засниму вам, что тут нам дают кушать. Сейчас увидишь, сейчас увидишь. Там, где мы заходили, помнишь? Так, друзья, у нас сегодня крайний был ужин. Крайний вечер. Точнее, последний вечер в этом отеле. Вот. Мы решили не сидеть в номере, а пойти сходить на море. Вот. Попрощаться, как говорится, с закатом Турции, вот, на Средиземном море. Вот. Так что дальше мы будем отдыхать на вечернем море Турции. Не надо, не отстегивай. Сейчас. Пойдем на море. Пойдем на море. Куда? Аня, на море. Так она сейчас придет. А чего это так долго? Не знаю. Украл. Как? Вот кто украл браслет. Ну, у кого он? У меня. Значит, что? Ребята опять занятия, так сказать, да. Йогой или что? Не, они тренируются, они потом выступают. А потом... Когда тренироваться? Им жарой, что ли? Умеешь ты, Павел, потом, да? Ну, понятно. А если вот так, без вот этого? А если не это не было? Да, очень удобнее даже носить, чем там платье.
Сидит. И пускай он здесь не всегда остается. Идем, Полин. Куда мы пойдем? Не знаю. Ань, куда мы пойдем? Даниле пойдем. Прощаемся с Данилой. Он же уже уедет туда. Мы же с ним не увидимся. Пойдем? Давай. Сейчас я иду. Отлично. Мне надо найти кого-то. Кого? Вашу. Друзья, итак, я еще искупнулся в бассейне возле номера. Мы сходили на море, вот, погуляли, посмотрели все. Я искупнулся еще в бассейне, как я уже сказал. Мы еще сидим, провожаем родственников. Там завтра они уезжают в 5 утра, так что мы с ними уже больше не увидимся. Вот. Соответственно, друзья, у нас завтра последний крайний день отдыха. Мы будем уже уезжать завтра в 5 вечера, по-моему. Поэтому, друзья, ну, не знаю, что вам сказать. Вечер прошел замечательно. Хочу вам сказать, друзья, пока. Завтра еще, думаю, что-то сниму.
Отлично.